Льготы за убийство. Боевики Луганского недогосударства требуют от своего главаря Плотницкого узаконить их. Террористы, которые получили увечья в результате боевых действий, не получают никаких выплат. В связи с этим на оккупированной территории Луганской области растет волна негодования. Об этом пишет Трибун. В бандитских формированиях ЛНР фиксируется рост напряженности. Бойцы требуют закрепить свой статус, а потому и создали координационный совет. Он подготовил обращение к главарю террористов Венедиктовичу с требованием разобраться в ситуации и законодательно закрепить нормы социальной защиты и даже предоставить наемникам соответствующие льготы. На защиту раненых боевиков уже стали и те, кто сейчас служит недогосударству. Самозваная власть не реагирует.